Здравствуйте. Сегодня я хочу предложить вам рецепт трубочки из слоеного теста с орехами. Для этого нужно готовое слоеное тесто, грецкие орехи через мясорубку пропущенные, корица, сахар, мед, масло для смазки теста и желток для смазки трубочек. В орехи добавляем сахар. Перемешиваем. Добавляем мед. Добавляем корицу. Все перемешиваем до однородной массы. Тесто смазываем растопленным сливочным маслом. Распределяем начинку равномерно по кругу. Разрезаем круг на 8 равных частей. Скручиваем вот таким образом и перекладываем на противень. Соблюдаем расстояние для того, чтобы оно не прилипло. Последнее, что мы должны сделать, это смазать желтком. Ставим в разогретую духовку при температуре 200 градусов. Прошло 15 минут, трубочки наши готовы. Теперь нужно посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!